Отмененная в России Кристина Орбакайте без дела не сидит. Знаменитая певица уже собирается на гастроли в Израиль. Правда, старшей дочери Аллы Пугачевой пришлось умерить свои аппетиты. Знаменитая российская певица Кристина Орбакайте не собирается бездействовать после отмены своего гастрольного тура по России. В настоящее время опальная артистка России активно готовится к гастролям в Израиль, где ее выступления пока еще ждут поклонники. Однако, старшей дочери Аллы Пугачевой пришлось немного подкорректировать свои расценки. Стоимость билетов на концерты Кристины Орбакайте в Израиле не превышает 10 500 рублей. При этом концертные залы динамично заполняются. Гастроли Кристины Орбакайте в Израиле стали неожиданностью для соотечественников. Но, видимо, опальной певице сильно нужны деньги на безбедную заморскую жизнь. Вот и приходится искать варианты после массовой отмены в городах России. Ранее сообщалось, что стало известно о совместной работе опальных Кристины Орбакайте и Александра Ревы.